История семьи Кукулиевых – это история Палиха. В пятницу в Музее промышленности и искусства открылась выставка работ самой творческой династии Ивановской области. Искусство трех поколений Кукулиевых заняло два больших зала. Это около 300 работ. Выставка называется «Битва за мечту». В Палихе много семейных художников. Но одна из семейных художников наша. Я окончил училище с женой вместе в 1957 году. Стали художниками. Сын и дочь художница. Сын женился на художнице. Внучка художница. Вот вам все шесть человек художников. Супруги Борис и Калерия Кукулиевы пришли в искусство в конце 50-х годов. Это время эксперты называют палихским ренессансом. В 90-е годы Борис Кукулиев возглавил творческую мастерскую «Палишане». Началось официальное возрождение иконописи. Туда вошло несколько художников. Они стали оформлять церковные книги и нашли свой собственный неповторимый стиль. Это соединение стенных росписей, храмовых росписей. Это соединение иконописных традиций, палехских в частности. И это соединение палехско-лаковой миниатюры. Вот такое триединство. И они впервые оформили несколько священных книг. Евангелие в красках палеха, Библия в красках палеха, которые сейчас стали действительно настоящими фолиантами и подлинными шедеврами, в общем, раритетными такими книгами. Лаковые миниатюры, эскизы монументальных росписей, портреты, ювелирные украшения, оформление книг. Кукулиевы тарили свою тропу в искусстве, искали новые формы и художественные решения. Темы тоже самые разные, от космонавтики до библейских мотивов. Все темы я очень люблю, все темы, потому что и исторические, вот, и сказочные, и, допустим, вот, уже былинные темы там есть, у нас много на былинные темы написано. Ну, в общем, все, и космос меня затронул. Та тема, которая затрагивает душу, то и мы обращаемся и пишем. Самостоятельный путь художника-акварелиста выбрала Полина Кукулиева. Для ее работ в музее отведен отдельный зал. После окончания школы я поступила в училище лаковой миниатюры, решив пойти по стопам родителей. А во время обучения поняла, что от акварели мне никуда не деться. Есть вещи, которыми ты должен заниматься, а есть вещи, которых ты обожаешь. Это, конечно, не всегда бывает у людей, когда есть такая искренняя и всепоглощающая любовь. Но с акварелью у меня именно так. Я ее люблю настолько, что просто не могу делать ничего другого. Такие непохожие, но необыкновенно талантливые Кукулиевы. Экспонаты собраны из разных музеев Ивановской области. Большая часть – собственность семьи. Возможность увидеть все в одном месте – для ивановцев настоящий новогодний подарок. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.